O kurwa! Я тебе сейчас бала начищу. Do it! Just do it! Ой, дебил! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спасите, помогите! Не упал. Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ, и сегодня вы снова попали на рубрику «Не штурмовая штурмовка». Поговорим о таком самолете, как Ла-9. Я открыл его для себя и, честно, сначала был очень скептически настроен по отношению к этому советскому истребителю боевого рейтинга 6.0. Ну, посудите сами, лавки начинаются с боевого рейтинга 3.3, если мне память не изменяют. У них нет подвесного вооружения, то есть что им делать в совместных боях. У них маленький боекомплект, и в целом это такие истребители типа ни рыба, ни мясо. То есть они вроде как относительно быстрые, но не против всех. Относительно маневренные, но не против всех. В общем, это самолеты для опытных пилотов, которые знают, как применять их. И я себя таковым не считаю. Напоминаю, что рубрика «Не штурмовая штурмовка» — это рассказы, даже не обзоры, а танкиста по ощущениям, как тот или иной самолет чувствует себя в совместных боях. И вот что касается Ла-9, то у меня на него не было никаких надежд. Но признаю, этот самолет меня очень удивил, я вам его скорее рекомендую, а сейчас объясню, почему так произошло. Итак, Ла-9. Истребитель, который идет по ветке лавок, начиная с Ла-5 боевого рейтинга 3.0, и доходит потом по этой ветке аж до реактивных лавок. Ну, то есть по ветке штурмовиков все это дело идет. Ла-9, конечно, не штурмовик ни разу. Поэтому здесь как-то надежду я не питал, но 23-мм пушки НС-23, по сути, ведь то же самое, что установлено на Иле-2 ВЯ-23. Ну, это очень близкие по своим характеристикам орудия, и для уничтожения наземки они подходят нормально. Но при этом у них запредельный урон не только по наземке, особенно легко защищенный, но и есть возможность сбивать самолеты даже на бронебойной ленте, поскольку боеприпасы очень мощные. Не знаю, как себя чувствует Ла-7 или Ла-7Б. Ла-7, думаю, совсем плохо со шваками, а вот Ла-7Б с Б-20С, наверное, уже получше. Там и боекомплект чуть-чуть посолиднее, и стволов 3, а не 2. Но тем не менее. Ла-9 с четырьмя такими пушками способен просто за буквально секунду порвать любой самолет в воздухе или открытую наземку или легко защищенную на земле. При этом, да, вроде бы кажется, в цифрах у нас на бронеленте пробитие 29 в упор, 20 мм на дистанции в 500 метров, это мало, кажется. Но при этом, например, пантер и тигров мы можем сжигать, мы пробиваем их в двигатель. А всякие американские там хеллкеты, слаггеры, зенитки любые вообще практически для нас остаются просто очень вкусной мишенью, которую мы пробиваем вообще в любую часть крыши по большей части. И, собственно, боекомплектов 300 снарядов, что казалось бы мало, хватает на самом деле на довольно долгий бой. Или, если вы стреляете точно, то на много воздушных фрагов. Получается, еще есть один плюс в плане того, что эти орудия, по крайней мере у меня, разделены по две штуки. То есть на одну кнопку у вас два ствола, на другую два. Соответственно, можно, если вам не нужна вся огневая мощь в один момент времени, можно так экономить боекомплект. Оставить что-то для того, чтобы сбивать воздушные цели, другое, чтобы наземные. И, соответственно, чувствовать себя прекрасно в этом случае. И, короче, НС-23 способны за один боекомплект уничтожить где-то там 3 наземных цели легко, либо 3-5 самолетов. Вот у меня был рекорд 1 наземный фраг плюс 5 самолетов, и вот у меня еще оставалось боекомплекта, там буквально, может быть, кому-нибудь в жопу пытаться еще в воздухе напихать, там что-то в районе 20 снарядов на каждом стволе.
Да, скорострельность высокая, да, урон большой. Поэтому, если экономите боекомплект, то можете многое сотворить. Но нас, конечно, интересует куда больше возможности Ла-9, если уж нет никакого подвесного вооружения, и с орудиями мы разобрались, удобно ли на этом штурмить. И вообще, в принципе, воевать в воздухе, я скажу так. Это, наверное, один из самых удобных самолетов и один из самых живучих одномоторных самолетов, которые я встречал за последнее время. По крайней мере, Лавке 9 удалось меня удивить очень сильно. Это самый невозгораемый самолет. Если бы моя жопа была сделана из того же материала, что и Ла-9, я бы никогда вообще не бомбил. Потому что два поджога подряд потушить за 5 секунд без проблем. Ни разу я не был уничтожен пожаром. Хотя поджигали меня, по-моему, за все время вылетов раз 5. И один раз... Два раза подряд. И два раза подряд этот самолет потух, без каких-либо дополнительных действий. Может быть, предполагаю, что мне так повезло. Но что-то мне вот так вот подсказывает, что есть самолеты, которые каждый раз сгорают как спички. А есть те, которые, ну, как-то с большим шансом тухнут. И Ла-9, пожалуй, это первый самолет, который потушил все пожары, которые вообще были. В общем, на нем умереть от пожара довольно сложно. При этом прочность конструкции Ла-9 довольно высока. И просто так от рандомного шального попадания Браунинга или тем более мелкашки эта штука не умирает. Да оно иногда переживает попадание пушек. И это как-то позволяет верить в то, что Ла-9 нормально штурмит против Браунингов на крыше зенитных. И в целом при попадании противником по вам нормально себя продолжает чувствовать в воздухе. Управляться хуже особо он не управляется в этом плане. То есть нужно очень сильно раскритовать Лавку 9. Хвосты не отрывали, крылья не отрывали. В общем, очень прочный самолет. Хотя, по мне, не то чтобы и сильно-то стреляли. У Ла-9 есть еще одна большая такая вот приятность. На 6 доль у него, в отличие от многих советских самолетов, вполне адекватная максимальная скорость в 690 км в час. Флаттера я вообще ни разу не видел. И нормальная динамика. Он позволяет летать где-то по полю боя со скоростью 350-400 км в час. И до скорости в 350 и ниже он еще и хорошо управляется. Этот самолет, в принципе, очень удобен для штурмовки тем, что он легко выравнивается на курсе. Его никуда не сносят, не стаскивает, и попадать по врагу легко. Но если мы говорим о возможности ведения воздушного боя, то вот здесь у меня возникают большие вопросы, потому что я просто банально не имею достаточно опыта для того, чтобы сравнить этот самолет с каким-то еще. То есть он вроде бы быстрый и вроде бы маневренный, но вот насколько и в какой пропорции, не знаю. То есть японца он точно не перекрутит, и опытного какого-нибудь спитфайера, наверное, тоже. А вот с немцем сможет ли он повиражиться? Наверное, в опытных руках сможется, но, блин. Мне просто не приходилось воевать на равных с истребителем равного опыта, назовем так. По большей части встречаешь игроков на штурмовиках, которых, естественно, можно переманеврировать или перевисеть. В плане динамики у этого самолета все в порядке. И ты их легко собьешь, потому что вооружение позволяет любые бомбардировщики, там, истребители, штурмовики сбивать. Либо это будут истребители противника, которые могут быть совсем не по боевому рейтингу. И тут, если это японец какой-то, ты просто уходишь на проходах, воюешь с ним, самолет больше для этого, мне кажется, все-таки предназначен, чем для маневров. Либо ты не ввязываешься вообще с ним в бой и стараешься уйти к низам, пока сломана вот эта вот дальность прорисовки и обнаружение контактов на фоне земли, а не на фоне неба. И выходишь на проходной атаке, просто наверняка в упор засандаливаешь ему десяток боеприпасов из 23-миллиметровок. Это практически гарантированный фраг. Поэтому как-то я вот не знаю в открытом бою, насколько можно Ла-9 сравнить. Для совместных боев прекрасно. То есть спускаешься относительно к земле, чтобы тебя не было видно на фоне неба. И на проходах со скоростью где-то 600 км в час просто в брюхо вспарываешь все, что ты видишь. Ну, либо выходишь в лобовую и перестрелять с четырьмя вот этими НС-ками тоже вполне возможно противника. Но вот именно... Если говорить о каком-то открытом бое, да, вот если мы берем авиа-РБ, я понятия не имею, как себя чувствует Ла-9. И моя задача именно рассмотреть совместные бои. И по совокупности своих возможностей этот самолет мне очень понравился. Да, нет подвесного вооружения, но ты на него и не отвлекаешься, в общем-то. Сначала ты зачищаешь небо, уничтожаешь вражеские штурмовики или истребители, если они есть. И потом принимаешься выискивать легкие цели, типа каких-нибудь мерзких хеллкетов, которые обходят во фланг. Или просто берешь и жжешь по жопе пантеры. Да, уничтожить пантеру или тигра — это задача непростая. Нужно вызвать поджоги, пробить много раз, попасть довольно точно. Попасть можно, но времени проходит достаточно много, и учитывая количество
самолетов на этих боевых рейдингах, это практически невозможно, да, полностью сжечь несколько пантер, это не знаю, сколько времени понадобится. Но в целом ты можешь очень хорошо испортить жизнь всем, кто там находится. Или, не знаю, переиграть какие-нибудь вербельвинды, если они отвлечены на твоих союзников. Воспользоваться этим универсальным самолетом можно всегда. И в отличие от многих других, которые имеют какие-то ограничения, или тяжело сбросить бомбы, или не выходит из маневра, или он хрустальный, или не летайка, у Ла-9 вообще нет минусов. Хотя вроде бы и нет таких ярко выраженных сторон, как, не знаю, подвесы 4 по 1000. Или что у него орудие с боекомплектом там в 1000 и ты заливаешь. Нет, но если играть достаточно вдумчиво и аккуратно в совместных боях, это универсальный боец, способный небо зачистить и на земке шансов не оставить. Вот такое мое мнение по поводу Ла-9. Пишите, что вы думаете по поводу этого самолета. Может быть, среди вас есть опытные пилоты на лавочках, которые могут сравнить их с другими самолетами. Так что буду ждать ваших объемных комментариев, которые помогут другим пользователям разобраться в этом. Ну а я одобряю и рекомендую. На этом на сегодня все. Благодарю всех за просмотр. Увидимся в новых видео. Всем удачи и пока-пока.